Накануне 9 мая на телеэкранах начинают показывать разные киноленты о войне. Например, такие как «Штрафбат», «Тайна сибирской княжны», «Прорыв» и многие другие. Но что еще связывает эти фильмы помимо тематики? В них снялся российский актер театра и кино Александр Цуркан. И 4 мая он провел творческий вечер со студентами Казанского федерального университета в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Память воина-брата, что погиб за нее. Всю войну под Саляску на всем дому тянулся. И хотя горячился, воевал делово. Этот человек наделен даром рассказчика, человек, который погружает нас в мир музыки, стихов, в мир мысли. Александр Цуркан рассказал студентам о войне языком профессии. Пел, читал стихи поэтов Владимира Высоцкого, Александра Твардовского и других великих писателей. Сегодня мы редко слышим эти стихи, потому что, по мнению российского актера, этот жанр исчезает. Этого нет. Самый сложный жанр на сегодняшний день, но это самый благородный, самый благодарный, потому что слово всегда доходит до души. Не всякий танец доходит до души, не всякий. Но вот когда ты словом человека вот зажигаешь и трогаешь его душу, это очень здорово. Это, я считаю, это высший пилотаж, наверное, потому что вначале было слово. И слово было у Бога. И Бог было слово. Сначала слово, потом все остальное. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.